Всем привет! Я сняла видео о том, как проходили наши дни в Хорватии. Население Хорватии составляет более 4 миллионов человек. Денежная единица Хорватии – это хорватская куна. Если честно, Хорватия мне очень даже напоминает Италию. Мы жили в пятизвездочном кемпе, который называется Санта Марина. Он находился 800 метров от моря. И у этого отеля был собственный аквапарк. Мы решили поужинать в ресторане, и вот такой вот ужин с лобстерами и с другими морскими продуктами стоил 55 евро. А уже следующий день мы вышли погулять. А потом мы посетили аквариум. Thank you.
Нам очень понравился аквапарк Санта-Марины. Всем рекомендуем попутешествовать в Хорватию. Ну и все, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, и увидимся в Словении.